20.00 в Красноярске. Добрый вечер. Меня зовут Илья Зайцев. И в ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных, на наш взгляд, событиях этого понедельника, 10 сентября. И вначале главные темы дня. «Единая Россия» лишь вторая по итогам выборов в горсовет по списку. Партии власти нет большинства в новом городском парламенте. Около нуля ночью и до плюс 5 днем в Красноярск идут по-настоящему осенние температуры, еще и с мокрым снегом. Прогнозы на неделю в прямом эфире. Около 1000 задержанных по всей стране и трое в Красноярске. Расскажем про несанкционированные митинги против пенсионной реформы. Следственный комитет возбудил уголовное дело против воспитательницы частного детского сада, которая таскала за волосы двухлетнего ребенка. И мы начинаем. Александр Ус победил на выборах губернатора Красноярского края. Ничего неожиданного. Свои голоса за него отдали 356 тысяч жителей края. Это 60% от всех голосов избирателей. На втором месте расположился либерал-демократ Егор Бондаренко. У него 23% голосов. В конце списка кандидата «Справедливая Россия» Александр Лымпио. У него 12%. Таковы данные после обработки 100% протоколов избирательных комиссий. Исход выборов был очевиден. Явный лидер и два, по сути, технических кандидата. К слову, победа не стала удивлением и для самого Уса, и сегодня он не скрывал своей радости. Утром, поспав там три с небольшим часа, я проснулся с очень хорошим настроением и таким, знаете, мотивом оптимистическим. Не сочтите меня за самоуверенного человека, но тем не менее я ожидал, что выборы все-таки пройдут именно так, как они прошли, и поэтому еще на прошлой неделе назначил очередное заседание президиума правительства. Официально губернатор вступит в должность после церемонии инаугурации. Состоится она, вероятнее всего, в конце следующей недели. В настоящее время мы будем принимать протоколы из территориальных избирательных комиссий. Мы должны это сделать в течение 10 дней. Безусловно, мы постараемся все протоколы принять гораздо раньше и, возможно, уже на этой неделе проведем итоговое заседание. А вот результаты на выборах в городской совет стали неожиданностью. «Единая Россия» не получила большинства в городском парламенте. После обработки 100% протоколов по партийным спискам победила ЛДПР. За ней «Единая Россия», далее КПРФ, «Справедливая Россия» и «Зеленые». Также высокий процент у кандидата против всех, но он при распределении мандатов не учитывался. Остальные партии «Яблоко» и «Гражданская платформа» не преодолели 5-процентный барьер и в горсовет не попадут. По одномандатным округам ситуация немного другая. В большинстве округов победили все-таки представители партии власти. В одном округе победил кандидат от партии «Справедливая Россия» Константин Сеченко. Еще в одном представитель КПРФ. В четырех округах представители или сторонники партии ЛДПР. В итоге партию «Единая Россия» будет представлять 17 человек, хотя для большинства необходимо 18, а для принятия важных документов, изменений в устав, например, или генерального плана, и вовсе 24. Поэтому партии власти придется договариваться, например, с ЛДПР, у которых в итоге 11 депутатских мест. Эксперты считают, что «Единая Россия» эти выборы в горсовет все же проиграла. Команде мэра Сергея Еремина не помог даже административный ресурс и название партии президента. Победу празднует ЛДПР. В Красноярске такого не было с 93 года. Почему так произошло, выяснял сегодня Виталий Поляков. Уходи! Уходи, иди сюда! Уходи! Иди сюда! Иди! Бегом сюда! Ну иди сюда! Пока Владимир Жириновский пытается бить своих критиков на митинге в Москве, в Красноярске его партия побеждает на выборах. Пусть только по спискам. Депутатов у единороссов будет все равно больше. Но для ЛДПР эта победа имеет историческое значение. Команда Александра Глескова оказалась популярнее команды мэра Сергея Еремина. Формально. А в реальности люди не хотели голосовать за власть из-за пенсионной реформы и общей усталости и стагнации. А еще и команду Быкова сняли с выборов. Так что многие, кто не согласен с тем, что происходит, голосовали за ЛДПР. Мы добились самое главное, что в горсовете не будет монополии «Единой России». Даже при большом количестве одномандатников они сегодня не получают большинство.
теперь единороссы в Горсовете своими силами не смогут ни бюджет Красноярска принять, ни выбрать председателя парламента. Сергей Еремин обещал строить своих оппонентов, а теперь придется договариваться. Впрочем, Еремин считает, что это вовсе не поражение. По партиям голоса распределились, так, ну, достаточно, может быть, по-новому, я бы сказал. А по одномандатным округам я удовлетворен работой тех членов команды, с которыми мы шли. Да, хотелось бы, может быть, конечно, максимума, но, наверное, такого не бывает. Выборы в округах не выиграли даже те единороссы, которых готовили на пост председателя горсовета. Это Алексей Додатко и Виталий Дроздов. Их в новом составе не будет. Не будет и строительного лобби. Кандидата от небезызвестного магната Владимира Егорова, его сын Константин и помощник Артем Речицкий, проиграли конкурентам. Победивший последнего Константин Сенченко считает, что партию власти подвели политтехнологи. Вот это, мне кажется, была великая ошибка политтехнологов, которые увлеклись этой борьбой с Анатолием Петровичем Быковым, там, со мной увлеклись борьбой, еще с кем-то, и на самом деле потерпели такое серьезное поражение. Впервые в Горсовете по итогам выборов будет представлена партия «Зеленых» в одном лице Сергея Шахматова. Его главная задача очевидна – борьба за экологию. Благодаря прошлому составу Горсовета зеленая зона города Красноярска сократилась минимум на 15%. Это по самым скромным оценкам. Мы считаем, что эта позиция, которая в том числе транслировалась партией власти, она неприемлема для города. Самый необычный итог этого голосования – победа в 4-м округе кандидата против всех. А значит, теперь как минимум год одно кресло в горсовете будет пустовать и напоминать политикам о протестных настроениях в Красноярске. Если говорить честно, то я предполагала и очень опасалась, что у нас будет не один округ, в котором может победить кандидат против всех. Потому что, ну, достаточно острые были, не очень красивые, конкурентные, так сказать, мероприятия между кандидатами, что, конечно, могло в какой-то мере, наверное, вызвать негативное отношение к ним. Окончательные и пофамильные итоги выборов в горсовет будут известны к концу этой недели. При этом итоги голосования признаны законными, и никто не пытается их оспорить. Первая сессия нового горсовета по закону должна собраться спустя месяц после избрания. Виталий Поляков, Виталий Субботин. Новости ТВК. И об итогах выборов в городской совет будем говорить сегодня в программе «После новостей». Гость Ольги Тепляшины, политолог Сергей Комарицын. А вы ходили на выборы и как оцениваете их итоги? Главную тему дня обсудим сегодня в прямом эфире. Принимали ли вы участие в голосовании и почему? Какие результаты вас удивили, порадовали или огорчили? Звоните 265-45-00, отправляйте смс на номер 9020 с пометкой ТВК, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте сообщение в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. Через 8 минут в новостях ТВК расскажем про резкое похолодание в городе и возможный мокрый снег, а через 10 минут про новые сроки ремонта улицы Копылова. Не переключайтесь. Еще о том, что в нашей стране впервые в 4 регионах будет второй тур выборов губернатора. Такого не было давно. А в 3 регионах «Единая Россия» проиграла другим партиям, причем с немалым отрывом. Почему так получилось и что прогнозируют эксперты, сегодня выясняла моя коллега Алена Крашенинникова. Алена, тебе слово. Илья, начну, пожалуй, с главной неожиданности этих выборов. Муниципальные выборы, к слову, проходили практически по всей России, не только у нас в Красноярске. Так вот, проиграла, неожиданность в том, что проиграла много где «Единая Россия». Например, партия президента проиграла в Иркутской области, она уступила КПРФ. Коммунисты опередили единороссов на 10%. Кандидат от партии власти проиграл и на выборах мэра Якутска. В парламенте Ульяновской области едва ли не в 2 раза больше депутатов теперь от КПРФ. Почти 42%, к слову, у «Единой России» там 24%. В парламенте Хакасии тоже будет больше коммунистов, чем единороссов. Такая ситуация, говорят эксперты, сложилась после принятия в первом чтении пенсионной реформы и повышения НДС. А регионы разделились теперь на 3 типа, где результаты были нарисованы, там, где оппозиционный электорат просто не пришел, и там, где случились как раз вот неожиданные результаты. С одной стороны, говорят политологи, это хорошо, здесь виден хотя бы небольшой, но реальный выбор. А вот с другой стороны, говорят эксперты, это может привести к тому, что правление некоторое время будет хаотичным. Давайте послушаем. Главная проблема
современной политической ситуации в России, это отсутствие вменяемой оппозиции и отсутствие понимания вообще, что нужно делать, как нужно делать, какой образ будущего в России, куда мы идем. То есть все понимают, что так, как сейчас, плохо, что Единая Россия не способна на изменения, что эта партия, грубо говоря, сохранение консервации того, что есть, а это уже никого не устраивает. Но нет вменяемой альтернативы. И поэтому нас ждет период политического хаоса, такого бурления, кипения, ну, в каком-то смысле откат к 90-м. Вторая неожиданность – это когда проигрывают действующие губернаторы, им придется проходить второй тур выборов. Напомню, что чтобы победить, хотя бы до 50% нужно набрать губернатора. Вот в Хакасии сейчас лидирует коммунист Валентин Коновалов, действующий глава Виктор Зимин сильно отстает. В Приморье до 50%, которые необходимо набрать, чуть-чуть не хватает Андрею Тарасенко, у него 46%. Во Владимирской области много не хватает Светлане Орловой, у нее 39%. В Хабаровском крае поровну набрали Вячеслава. Вячеслав Шпорт от «Единой России» и Сергей Фургал от КПРФ. Вот интересный момент. В выборах участие принимают только те, кого власть допустила для конкуренции. Значит, проиграли действующий губернатору по факту своей тени. У соседей в Хакасии действительно был очень высокий антирейтинг Зимина еще на старте кампании, и ставка на Зимина как на основного кандидата, на мой взгляд, была не очень оправданное и очень рискованное решение. Владимир то же самое. То есть, в принципе, можно пройтись по всем регионам и найти как бы объективные причины, что как глава исполнительной власти кандидатура не устраивала избирателей. Вот такие результаты. Второй тур выборов должен состояться 23 сентября. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Однако политологи предполагают, ситуация, скорее всего, не изменится, и губернаторы снова не наберут достаточного количества голосов. Но пока говорить об этом рано. На этом все. Илья. Спасибо большое. Это была Алена Крашенинникова, которая рассказывала про сюрпризы, которые принесла эта избирательная кампания в другие регионы страны. А пока «Единороссы» проигрывают сразу в нескольких регионах, премьер-министр и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на федеральных телеканалах уверяет россиян, что партия власти в очередной раз показала достойный результат. Давайте послушаем. Каков результат, предварительный результат? На мой взгляд, для партии он вполне достойный. Партия выступила стабильно и по предварительным данным сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы. 23,35%. Такова итоговая явка на выборах депутатов городского совета в Красноярске. Это, конечно, низкий уровень явки. Проголосовать пришли всего около 170 тысяч избирателей города-миллионника. Если власть объясняет это тем, что людей все устраивает, то эксперты уверены, причина в другом. Растут протестные настроения. 25% проголосовавших за «Единую Россию» от 23 пришедших на выборы. Получается, партию власти поддержали всего 6% всех избирателей Красноярска. То есть всего 43 200 человек из 700 тысяч, кто имеет право голосовать. Однако в сравнении с другими городами это средний уровень. Опережает наш город Якутск, там явка составила 43%. Среди местных выборов этот показатель один из самых высоких по стране. В лидерах также столица России, там явка на выборах мэра Москвы составила почти 31%. Чуть меньше избирателей пришли на выборы в Хабаровске. Явка там составила 27%. А вот наш сосед, город Томск, на этот раз в аутсайдерах. Уровень явки там составил всего 16%. Сегодня также стало известно, кто займет место Александра Уса в законодательном собрании края. Это единорос Ринат Галеев. По результатам голосования он набрал 29% голосов. Следом за ним расположился коммунист Игорь Сорокин. У него 16%. На третьем месте идет студентка из партии ЛДПР Дарья Тарбеева. Она набрала 12%. Ринат Галеев родом из Башкортостана, ему 63 года, и уже 6 лет он является генеральным директором завода «Радиосвязь». Напомню, до выборов ЗАГС собрания проходили накануне. Кандидата выбирали жители железнодорожного и части центрального района в Красноярск.
А экс-красноярец Виктор Томенко стал новым губернатором Алтайского края. До выборов он занимал должность временно исполняющего обязанности главы региона. За него проголосовало 53,6% избирателей. Помню, что ранее, с февраля 2012 года и до октября 2017, Виктор Томенко занимал пост председателя правительства Красноярского края. Затем Александр Ус досрочно прекратил полномочия членов краевого правительства и отправил их в формальную отставку. Но уже 30 мая 2018 года указом президента Виктор Томенко был назначен в Рио губернатора Алтайского края и теперь приставку в Рио потерял. Накануне, в единый день голосования, по всей стране прошли митинги против пенсионной реформы. Акции были не согласованы. Задержано около 1000 человек. В Красноярске, видимо, учитывая опыт прошлого майского митинга, все прошло относительно спокойно. Самые жесткие столкновения с полицией были в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Репортаж Екатерины Широковой. Хочу дожить до пенсии! Хочу дожить до пенсии! Шарики в руках и крики отчаяния. Так в Красноярске стартовал митинг против пенсионной реформы. Несанкционированная акция прошла на Красной площади. Посчитать пришедших на акцию было сложно. На площади власти экстренно устроили спортивный праздник с громкой музыкой, чтобы заглушить выкрики. А полиция пыталась убедить разойтись. Но в ответ люди кричали «позор». Впрочем, акция против пенсионной реформы быстро превратилась в митинг против правительства. Люди своего недовольства не скрывали, и через час от Красной площади колонной двинулись по центру города. По пути срывали плакаты и выкрикивали требования. Но если в Красноярске митинг все же прошел довольно спокойно, всего трое задержанных, то в других городах тех, кто пришел выступить против пенсионной реформы, пытались заглушить отрядами ОМОНа. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге, по разным данным, до 500 человек. Полицейские взрывали дымовые шашки и крутили всех подряд, включая стариков и детей. Эти кадры сейчас обсуждает весь интернет. В автозак ведут 10-летнего мальчика. Он плачет. В Екатеринбурге и Омске задержали и журналистов, 6 человек. В целом по всей стране в отделениях полиции оказались 839 человек. Несмотря на то, что полиция не очень, но, видимо, сегодня настроена доброжелательно, пожалуйста, не трогайте сотрудников руками, не припирайтесь с ними, и если вас будут задерживать, не сопротивляйтесь. Владимир Жириновский тоже отличился в столице. В интернет попало видео, как политик набросился на одного из митингующих. Кроме кулаков, в ход шли ботинки. Иди сюда, подлец! Вообще, такое поведение Жириновского на митинге крайне странно, учитывая, что всю предвыборную кампанию ЛДПР строила на теме пенсионной реформы. Мол, мы тоже с вами. Кстати, второе чтение закона пройдет уже совсем скоро. Очевидно, что люди недовольны, и даже заявление президента их не успокоило. Екатерина Широкова, Сергей Малафеев, Александр Тропин. Новости ТВК. Похолодание и мокрый снег. Предстоящая неделя будет, судя по всему, осенней. Какой день окажется самым холодным и насколько? Прямо сейчас расскажет специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Иван, а как же бабье лето? Неужели прошло? Добрый вечер. Ну, вероятно, бабье лето придет к нам несколько позже. Ну, а пока на нашу территорию вторгается арктический воздух в городе, в ближайшее время случится заметное похолодание. Завтра наша территория будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта. Ждается пасмурно, дождливо и ветрено. В дневные часы прогрев чуть выше плюс 10 градусов. А вот далее в тылу уходящего на восток фронта в поступающем холодном воздухе начнет усиливаться поле повышенного атмосферного давления. И ночи в городе станут заметно холоднее, ожидается чуть выше нуля, ну а в окрестностях ожидается слабый минус. В среду есть вероятность небольших осадков, в дневные часы прогрев до плюс 8, плюс 10 градусов. Вот самым холодным днем на этой неделе ожидается в четверг после полудня всего до плюс 8 градусов. Будет все так же пасмурно и дождливо. И в этот день не исключено, что будет пробрасывать небольшой мокрый снег.
А вот во второй половине недели к нам вновь начнет поступать прогретый воздух. В субботу еще и с неблагоприятным порывистым усилением ветра, благодаря чему в город придет такое относительное потепление. Предварительно к концу недели в ночные часы ожидается около плюс 10, ну а в дневное время будет прогреваться до плюс 15 градусов. Однако пасмурная погода из города уходить не собирается. Ежедневно будут возможны небольшие осадки. Но вот какая погода будет дальше, узнаем через неделю. Илья. Спасибо большое. Это был Иван Гордеев. Говорили о прогнозе погоды на предстоящую неделю. И, видимо, раз дождь будет идти каждый день, дорожники решили укладывать асфальт при любой погоде. Следующая видеозапись, которую вы сейчас увидите, нам прислала жительница дома на проспекте Молодежный, дом 7. На кадрах видно, как рабочие, не обращая внимания на дождь, кладут асфальт. Работает техника. Дождь, кладут асфальт. Потом удивляется, почему всего год асфальт служит. Эти видеозаписи мы обязательно передадим в мэрию. Что ответят в администрации, расскажем уже завтра в новостях ТВК в 20.00. Ну и продолжая дорожную тему, 5 км в час. Такой скоростью в час пик сегодня двигались автомобилисты по Копыловскому мосту в сторону Октябрьского района. Там сейчас укладывают новый асфальт. Планируем данный вид работы выполнить за неделю. Соответственно, дорожное движение на этом участке будет ограничено. Ремонтные работы будут выполняться без полного перекрытия, но по полосам. Соответственно, одна полоса будет закрыта для движения в зависимости от времени суток, вверх или вниз, утренний, вечерний час пик. Так что пробок не избежать. Свободнее движение станет на улице Ленина. Там, по словам специалистов, ремонт выполнен на все 100, и улица полностью открыта для движения. Доделывают и проспект Мира. Там работы выполнены пока только на 70%. Еще на 17 улицах обновят разметку. Там появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Изменения коснутся, например, улиц Тотмина, Высотная, 9 мая и Шахтеров. И еще ряда участков, о которых сообщат позже. Напомню, что в районе Бугача и на Николаевском мосту выделенки уже появились, так что обращайте внимание на разметку. Современное искусство еще никогда не забиралось так далеко. Сегодня в Красноярске стартовал фестиваль «Территория Красноярск», который продлится всю эту неделю. В программе не только современные постановки со звездным списком актеров, но и свежие работы наших земляков. Зрители уже готовы принять лучшие красноярские сцены, ТЮЗ, театр оперы и балета, театр Пушкина и даже музейный центр «Площадь мира». Более подробно с программой можно познакомиться на сайте territoriafest.ru. Там же можно узнать расписание мастер-классов, которые организовали для театральных деятелей Сибири. Это необычный фестиваль, в нем не только спектакли, какие-то выставки, концерты, но и очень большая образовательная программа, федеральная, из зарубежных стран приезжают студенты. Это важнейшая часть фестиваля, которая, может быть, не так видна снаружи. Инициаторы и партнеры фестиваля, компания «Полюс», рассказывают. Главная цель – дать толчок развитию современного искусства в Сибири, там, где размещены основные силы золотодобывающей промышленности. У нас большая часть наших предприятий – это вахта, и поэтому к нам летают со всей страны. Ну и мы решили показать, что, в общем, туда, куда прилетают эти 20 тысяч человек работать, на самом деле это, ну, если не центр России, наверное, ее суть. Есть такая в Москве шутка «Если жизнь за МКАДом». Так вот, «Полюс» радостно рассказывает, что не просто жизнь есть, а, наверное, на самом деле самая настоящая и реальная, она как раз там-то и происходит. Через 6 минут в новостях ТВК расскажем про новые валютные антирекорды. Кто-то сегодняшние курсы доллара и евро называет уже черным понедельником. А через 4 минуты расскажем про новые виды гриппа, которые атакуют Россию. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. На воспитательницу, которая таскала детей за волосы, завели уголовное дело. Напомню, меньше недели назад в редакцию новостей ТВК обратилась красноярка. По ее словам, в частном детском центре «Веснушки», куда ходит ее двухлетняя дочь, работники таскали ребенка за волосы. Случай попал на кадры камер видеонаблюдения. На них видно, как воспитатель грубо тащит девочку то ли за волосы, то ли за руку. Раздетого ребенка подводят к кабинке и заставляют одеваться. Тогда мать девочки обратилась в полицию. И вот след
Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 34-летней воспитательницы по статье «Истязание несовершеннолетнего». Как сообщает ведомство, уже проведена проверка и допрошены сама воспитательница и руководство частного детского садика. В России с прилавков исчезнет поваренная соль. Красноярцы завели инстаграм для бельчонка, а специалисты предупреждают про новые виды гриппа. Об этом в рубрике «Новости коротко» прямо сейчас. Поваренная соль исчезнет из продажи в России уже в следующем году. Причина – новый ГОСТ, который не предусматривает такого наименования. Якобы термин «поваренная» неверно передает смысл названия. Согласно новому стандарту, теперь вместо поваренной соли на упаковке будет написано «соль пищевая» или «соль морская, молотая или экстра», в зависимости от качества продукта. Тем временем нашу страну атакуют два новых штамма гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прививок от новых вирусов еще не ставили, поэтому у россиян нету к ним иммунитета. Отличаются новые штаммы тем, что болезнь протекает почти бессимптомно, как обычная ОРВИ. И человек даже не подозревает, что серьезно болен. Вирус может давать осложнения на сосуды и сердце. В Роспотребнадзоре уточняют, что большинство болеют гриппом около недели, но отмечают, что возможно и очень тяжелое течение болезни вплоть до смертельных исходов. Ну и немного хороших новостей. Красноярцы спасли бельчонка и завели ему собственный инстаграм. На его страницу подписались уже 400 человек. Малыша нашли на улице совсем крошечным и решили забрать к себе. Назвали бельчонка Персиком. В инстаграме красноярцы выкладывают с ним забавные фотографии и рассказывают о его буднях. За полгода проживания в квартире бельчонок подрос и окреп. Питается персик сухофруктами, овощами и семечками. Тем временем курс доллара впервые с весны 2016 года преодолел отметку в 70 рублей, а евро уровень 80 рублей. Достигнув пиковой отметки, курс доллара немного снизился. По данным Центрального банка, курс доллара составляет 69 рублей 87 копеек, евро 80 рублей 67 копеек. Падение рубля в Минфине объяснили ожиданием второй волны антироссийских санкций, а также финансовым кризисом в Турции и Аргентине. Это новости ТВК. Мы продолжаем и прямо сейчас обсуждаем главную тему сегодняшнего дня – итоги голосования, в том числе на выборах в Горсовет, где партия ЛДПР набрала больше голосов, чем партия власти, и у «Единой России» пока нет большинства в новом составе Горсовета. Ходили ли вы на выборы и как оцениваете их итоги? У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, первое впечатление, я сразу скажу, оно хорошее. Мы двигаемся потихоньку вперед. Организация была выборов. Ну, я со многими беседовал сегодня, со своими знакомыми. Ну, никто не говорит о каких-то подтасовках, каруселях, там, ну, этих предыдущих глупостей всех выборов. Вот это отметили все. Ну, конечно, очень маленький процент голосования. Вот не надо здесь придумывать про картошку, там, как во всех, вот в Томске так вообще 16%, наверное, все прямо там выкопали уже всю область свою. Дело в другом. Дело, что это отношение к власти. Смотрите, «Единая Россия», вот как она хорошо набрала по одномандатным округам горсовет. Потому что люди людей знают, за кого они голосуют. А когда идет строчка и написано «Единая Россия», да еще когда на баннере посмотрели «Единая Россия, голосуйте за Единую Россию, партию президента», это уже вызывает недоумение большое. Никогда не был Владимир Владимирович членом партии «Единая Россия». Это все равно, что нам бы прочесть несколько лет назад, ну, десятки лет, «Голосуйте за партию КПСС, партия генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева». Спасибо большое за ваше развернутое, аргументированное мнение. Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Ходом выборов я довольна. Я каждый год хожу на выборы уже 17-18 лет, мне уже 55 лет. Я ни одних выборов не пропускала. И поэтому я довольна. Я голосовала за партию ЛДПР. И я довольна, что они набрали большинство голосов. И они мне очень помогли. И ребята там молодые, перспективные. Также я это Егора Бондаренко поддерживала его, потому что у нас у власти много работающих пенсионеров. Так что я довольна выборами. Спасибо большое, Светлана, за ваше мнение, за ваш звонок. У нас есть еще один. Добрый вечер, слушаем вас.
А, добрый вечер. Здравствуйте. Я вообще ходила на выборы, и меня что возмутило, что люди-то не идут, жители, на голосование. Я вот посмотрела по своему подъезду, 5 человек всего из подъезда пришло, 27 квартир. Но в каждой квартире по 3, по 4 человека живут. Я считаю, что надо день голосования перенести или на март, или на третью декаду октября. Это тоже значит. И вот я в 4 часа выехала с дачи, я только без 15:08 пришла на выборы. Ну, главное, что пришли. Ведь известная же фраза Уинстона Черчилля, что так, плохих... Так, и еще, понимаете, люди не стали верить Единой России. Не стали. Вот я очень рада, что по нашему округу прошла Попова Людмила Андреевна. Я давно ее знаю, и многие ее знают. Она работала в медицине. Что люди действительно знают людей и за этих людей голосовали. И я очень рада, что по 16-му округу прошел, сейчас скажу, Александр Сергеевич. Дроздов. Он работник РАЗа. Я тоже, его люди знают. Тоже интересно буду защищать своих избирателей. То есть я правильно понимаю, что речь идет о том, что люди готовы поддерживать представителей партии, если знают о них что-то хорошее, но не готовы поддерживать саму партию? Да, я имею в виду, вы понимаете, люди голосовали по одному. Мы же вот по 15-му округу, у нас тогда Серебряков прошел, да? Они были как патриоты России изгои. И мы вообще без депутата были. Ни один вопрос было не решить. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, для честности нужно признать, что партия «Патриоты России» по итогам прошлых выборов имела большинство в Красноярском городском совете. Что касается итогов, то как их оценивают пользователи социальных сетей, те, кто отправил нам смс-сообщение, Алена Крашенинникова изучала мнение. Алена, вот мы слышали звонки, и в принципе люди результатами довольны. Что в сети? Ну, Илья, в сети тоже большинство довольны результатами, но есть и те, кому все-таки оказалось мало небольшой победы, они хотели бы, чтобы некоторых вот членов партии «Единая Россия» вообще не было там представителей представлено. Ну, вот озвучу некоторые сообщения. «Ни разу в жизни не ходил на выборы и не пойду», пишут нам люди. «Я ходила, голос отдала не за партию президента, результаты более-менее мне нравятся. Я рада, что некоторых достойных кандидатов в городской совет все-таки избрали». Пишут люди: «Да, ходил, итоги нормальные, меня лично все устраивает». Или, например, пишут, что «не ходил и ходить больше никогда не буду». Есть еще несколько интересных мнений. Некоторые прямо в открытую радуются, что партия «Единая Россия» провалилась, говорят, что проголосовали за ЛДПР. И есть еще одно мнение. «Нет, результат выборов непредсказуемый. В соцсетях люди были против «Единой России», а кто-то сейчас за нее все-таки проголосовал. Так кто же эти люди? Покажитесь». Ну, вот такие мнения на сегодня. На этом пока все. Илья. Спасибо большое. Это была Алена Крашенинникова, которая анализировала ваше мнение из социальной сети. Напомню, что сегодня обсуждаем итоги выборов. Прямо сейчас у нас на связи еще один наш телезритель. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер, Илья. Да, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Хотелось бы сказать, что вот я много лет сидела наблюдателем на выборах и не раз наблюдала такую картину. Как только выборы у нас назначаются на сентябрь месяц, когда у нас идет дачный сезон, соответственно, выборы у нас, низкий порог явки. Если бы не отменили бы вот этот порог явки, люди бы, может быть, более ответственнее бы относились бы к выборам. И выборы нужно проводить, явно не в сентябре, когда вот идет дачный сезон, а, я считаю, вот октябрь, ноябрь, декабрь и вот вплоть до марта. Ну вот да, сейчас... Спасибо большое, Евгений, за ваше мнение. Напомню, что сейчас Алла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, как раз обсуждает возможность переноса единого дня голосования как раз на март или на октябрь. Что ж, пока это все телефонные звонки, я лишь отмечу, что об итогах выборов продолжим говорить сегодня и в ночных новостях ТВК в 23:00, и буквально через пару минут в эфире программы «После новостей», так что не переключайтесь.